При поддержке администрации Гагарского района, отдела молодежи и молодежной организации Гагарского района «Абстазара» был организован круглый стол с участием российских и абхазских юристов, а также молодежи города. Отдел по делам молодежи Гагарского района совместно с молодежной организацией «Абстазара» организовали семинар юристов. К нам приехали друзья из России, из Москвы, из других городов. Соответственно, это профессора, доценты юридических наук. У нас сейчас проходит круглый стол, где основными целями и основной темой являются этические проблемы и правоприменительная практика. На данном мероприятии участвуют также юристы Гагарского района, студенты, которые учатся на юридических факультетах, а также молодежь, которая планирует поступать, связывать свою жизнь далее с юриспруденцией. Ежегодно в городе Сочи проходит Международная юридическая академия зимняя, куда съезжаются все бывшие студенты Российского университета дружбы народов и ныне действующие юристы. На сегодняшний день организация «Абстазара» выпала честь встречать данных участников делегации и познакомить их с Гагрой. Также для нас это очень важное мероприятие, потому что наши участники организации – это будущие завтрашние студенты, и, соответственно, возможно, сегодня они сделают определенные выводы, и что поможет им, возможно, связать свою будущую жизнь в данной сфере, именно в сфере юриспруденции. Ну, для меня это особо важное мероприятие, так как я являюсь до сих пор студентом Российского университета дружбы народов. И сегодняшний день прошел, на мой взгляд, очень плодотворно. Мы очень рады тому, что встретили гостей, и надеемся, что это будет не последняя встреча. Нас пригласили наши друзья из Гагров, и мы вообще посмотрели экскурсию по этому прекрасному месту. И в данном случае круглый стол сейчас проходит, он посвящен этическим проблемам правоприменительной практики. Это действительно очень актуальная тема для современных реалий. Ну, вообще-то она является актуальным во все времена, но с учетом современного состояния дел приобретает определенные значение. И очень интересно послушать мнение студентов, провести некий такой сравнительный анализ, потому что каждая страна, каждый регион, он развивается с учетом особенностей своей малой родины. Значит, Абхазия, безусловно, конечно, чтоб нас порадовало, это теплый прием, это люди и их отношения. Я думаю, то, что круглый стол, он вписывается удивительным образом не только в юридическую практику, которая сегодня созрела, но и вот отношения, которые происходят, вот эти дружественные отношения, которые выстраиваются между нашими государствами. По словам заведующего отдела молодежи администрации Гагарского района Алана Макоева, подобного рода встречи будут иметь продолжение. По завершению официальной части для гостей была организована экскурсия по достопримечательным местам Абхазии.